Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 3 на странице 44. Рабочей тетради по математике для 2 класса автора Маро. Замени где-то возможно сложение умножением. Первое задание. 4 плюс 4 плюс 4. Здесь у нас 3 одинаковых слагаемых. По 4 взяли 3 раза. 38 плюс 38. По 38 два одинаковых слагаемых взяли 2 раза. 9 плюс 3 плюс 8 плюс 9 плюс 6. Данное выражение мы не можем заменить умножением. Здесь разные слагаемые. 17 плюс 17 плюс 17 плюс 7 также не можем заменить, потому что одно слагаемое отличается от других, и это 7. Вычисли, заменяя умножение сложением. 8 умноженное на 4. По 8 берем 4 раза. 8 плюс 8 равно 16, плюс 8 равно 24, и плюс 8 равно 32. 15 нужно умножить на 3. По 15 берем 3 раза. 15 плюс 15 равно 30, и плюс 15 равно 45. 4 умножить на 2. По 4 берем 2 раза. 4 плюс 4 равно 8. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.